вещи уже постелили. Вещи будем раскладывать потом. Сейчас будем разведывать, где находится море. Скажи, в Геленджике намного красивее и прикольнее. Как-то даже вид лучше, чем в Анапе. Дома красивые. И город сам похож на обычный город. Не насажен на домики, на домики, домики, на домики. Угу. До такого, что здороваться прямо с соседями. Да тебя не слышно. Квартиры тоже продаются, пожалуйста. Ну, да. Там есть, продам площадь. Ну, в общем, город похож на обычный город. И не скажешь, что здесь есть море. На курортный он не совсем смахивает. А если взять в расчет, что здесь еще и море, так вообще. У нас гостиница называется, кстати, Ника. Ну, обычная такая. Ее не русские держат, в общем. И вот здесь трапезная недалеко есть. Комплексное обедство. Посмотрим, что здесь есть. Мы сходили в эту трапезную. Ну, обычная столовка, ничего такого. Идем на рынок за переносками, а то у нас до розеток ноутбуки не достают. Ну под ноги надо, смотри. Да, ну бывает. Точно. Когда не посмотрела, без рука ваших, как? Рука без как? Ваших комментариев, рука да, как? Лучше было бы. Малыш, спасибо. Ну я понял, но иногда предупреждать тоже хорошо. Да ну с кем не бывает, господи, тут. О, господи, все, трагедию устроил из этого, блин, капец. Только что женщина так упала. Ужас, я аж перепугалась, блин, малая тоже свалилась. Тут движение, стоят машины и одностороннее движение. Да, еле-еле там, как можно проезжать? Вообще там миллиметр к миллиметру. Мне вообще показалось поначалу, что они стоят просто припаркованные так. А, вот оно, на нем, знаешь? Вот и все, пошли. Мы нашли рынок. Купили переноски. Что еще там, тройник купили. Идем на море. Хороший рыночек, да, такой? Куча говна всякого. Это мы еще вовнутрь не заходили. Да, там внутри еще капец-капец. Мы бронируем местечко. Это джипы правда? Открытые, которые? Да, вот я вам показывала, угу. Они тут открыты, угу. Но они, знаете, у нас сделали так, чтобы наполовину он открытый, наполовину закрытый. Потому что некоторые хотят чисто, чтобы он закрытый. На 3 часа на нет. 3 часа. Чтобы вы подумали, что он покурил. На 3 часа. Правильно? Заказали экскурсию. На экскурсии, которые еще в Анапе нам предлагали. В Геленджик, но нам предлагали утром выезжаешь, да, и вечером что-то там дома. Нет, и в 2 часа ты приезжаешь. Это где? В Анапе? В Анапе. А, в Анапе. А здесь 4-5 часов максимум, и ты посмотришь там, что там, 4 водопада каких-то, да, там что-то такое. Допустим, нам предлагали в Анапе, это намного, в общем, накладнее с детьми ехать. Даже самим накладно, согласись, да? Павлины. Столовая Москва. Тут вообще все есть. Тут даже Летуаль есть. Да, мы сейчас на набережную. Как красиво. Вода прям просто. Офигеть. Торговый центр Геленджик. Сзади меня.